Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня в органном зале пятый концерт авторского цикла «Встречи у рояля» с Екатериной Рыбальской. Этот цикл богат программами с лучшими музыкантами нашего города. Этот цикл богат премьерами редко исполняемых сочинений. Сегодня «Встречи у рояля» с Екатериной Рыбальской носят название «Вначале был ритм». И эта встреча действительно долгожданная и особенная, ведь мы с вами услышим легендарный, непревзойденный, яркий, шумный, грандиозный и неповторимый ансамбль ударных инструментов. Thank you.
составе. Константин Михайлов. Кирилл Морозов. Олег Вавилин. Герман Багдаков. Максим Подгорный. Художественный руководитель ансамбля. Виктор Бурц. Встречу рояля Екатерина Рыбальская. Спасибо. Прозвучало сочинение Владимира Магдалица, которое называется «Строфы звоны Екатеринодара». Произведение, написанное ровно 20 лет назад, стало своеобразной визитной карточкой нашего города. Сейчас нам трудно представить культурную жизнь Краснодара без Кубанского симфонического оркестра, без органного зала, без дорогих нашему сердцу исполнителей. А ведь творческому объединению «Премьера» немногим более 30 лет. Тогда, в начале 90-х годов, был невероятный подъем в искусстве нашего края. Краснодар впервые услышал органную музыку. В 1991 году состоялось первое выступление Кубанского симфонического оркестра. И вот спустя 3 года при поддержке Леонарда Григорьевича Гатова, Союза композиторов Кубани и администрации нашего города на базе оркестровой группы появился ансамбль ударных инструментов, который возглавил Виктор Бурц. Этот коллектив с первых выступлений покорил сердца слушателей каскадом ритмов, оснащенностью невиданными до сих пор инструментами и тембрами, профессионализмом, сыгранностью и совершенно новыми жанрами. Рождение ансамбля ударных инструментов перевернуло восприятие слушателей. Краснодар зазвучал по-новому. Первый концерт ансамбля состоялся в 1994 году на сцене органного зала и точно как сегодня назывался «Вначале был ритм». Мич Маркович, Fancy Four, исполняют заслуженный работник культуры Кубани Олег Вавилин, Константин Михайлов, Герман Багдаков и Максим Подгорный. We'll be right back.
искусство прошлых веков знало лишь избранные ударные инструменты. Литавры, большой и малый барабан, тарелки, треугольник. В 20 веке произошел невероятный всплеск интереса к ударным инструментам. С одной стороны, рождение джазовой музыки. С другой, своеобразное музыкальное искусство латиноамериканских стран. Ударные инструменты пришли в симфонические оркестры. Для них стали писать музыку современные авторы. Появилось невероятное количество этнических направлений, которые широко использовали колоритные тембры ударных. Композиторы Кубани с огромным интересом отнеслись к ансамблю ударных инструментов. Для нового коллектива писали такие композиторы, как Владимир Магдалиц, Борис Целковников, Валерий Кузнецов и Виталий Киворков. Первооткрывателем музыки для ударных инструментов в Краснодаре стал Виктор Гурч. С 1987 года Виктор Геннадьевич преподавал в Краснодарском институте культуры и искусств. Герман Багдаков, Олег Вавилин, Константин Михайлов были одними из первых его учеников. Именно они вместе с мастером и составляют основу ансамбля ударных. Каждый из музыкантов владеет игрой на всех имеющихся инструментах, что позволяет им в любом сочинении меняться ролями. Виталий Киворков, «Романтический вальс», исполняют лауреаты международных конкурсов Виктор Бурч, вибрафон, и Екатерина Рыбальская, фортепиано. Thank you.
объединения «Премьера» вел активную творческую деятельность. Помимо выступлений в знаковых фестивалях и концертах края и Краснодара, этот яркий коллектив неоднократно принимал участие во всероссийских и международных конкурсах. Высочайший исполнительский уровень музыкантов привлекал внимание выдающихся современных деятелей культуры. Наш ансамбль «Ударник» выступал в авторском всероссийском фестивале «Ефрема Подгайца». К нам для совместного творческого проекта был приглашен профессор Московской консерватории, перкуссионист, дирижер Марк Пекарский. Все эти события имели огромный резонанс. Они подпитывали желание совершенствовать свое мастерство и двигаться вперед. Так, в 2005 году ансамбль «Ударник» сделал аудиозапись наиболее интересных в исполнительском плане произведений. Сегодня в кассе органного зала вы можете приобрести этот диск. В 2016 году московский композитор Владимир Качесов написал концерт для большого барабана с оркестром. Всероссийская премьера сочинения состоялась в том же году на сцене органного зала. Герман Багдыков вместе с Кубанским симфоническим оркестром блестяще исполнил этот концерт. Сегодня мы услышим концерт Владимира Качесова в переложении для большого барабана и фортепиано. Солист Герман Багдыков, партия фортепиано Екатерина Рыбальская.
одновременно. Маримба обладает богатым, мягким тембром. Фил Краус, Just Flipping, исполняет Константин Михайлов и Екатерина Рыбальская. Позвольте мне сказать, что сегодня весь концерт на бас-гитаре играет Герман Багдыков.
продолжит программу концерта музыка Матиаса Шмидта. Впервые в Краснодаре прозвучит его сочинение, которое носит довольно любопытное название – ПДД. Как известно, ПДД – одна из основных музыкально-танцевальных форм в балете. Состоит из выхода двух танцовщиков – адажу, вариаций и совместной виртуозной коды. Сохранив основные черты формы ПДД, Матиас Шмидт решил дополнить дуэт маримбы и фортепиано звучанием вибрафона, причем совершенно особенным образом. Уверена, многие из вас много раз слышали вибрафон и знают его немного размытое звучание. Вспомнить хотя бы позывные сигналы «Радиомаяк», сыгранный фрагмент песни «Подмосковные вечера». Наверняка многие из вас слышали эти позывные. Но сегодня вы впервые увидите, что на вибрафоне можно играть не только палочками, но и смычком. Вот она, новаторская музыкальная идея, воплощенная в современную жизнь. Итак, премьера. Матиас Шмидт, ПДД. Исполняют Константин Михайлов, Екатерина Рыбальская, Максим Подгорный и Герман Багдыков. Thank you.
Казанкевские барабанщики. Одно из самых известных произведений, написанных в советское время для ансамбля ударных инструментов. Казанкевские барабанщики – номер из балета «Горянка», который был написан дагестанским эстрадным композитором и пианистом Мурадом Кажваевым по мотивам поэмы Расула Гамзатова. Занятно, что за 10 лет до премьеры этого балета в Дагестане уже существовал коллектив «Казанкевские барабанщики». Он был создан в 1958 году и существует до сих пор. Остается пожелать нашим краснодарским барабанщикам также долго оставаться на сцене и радовать публику. Мурад Кажваев, «Казанкевские барабанщики». Сначала американская аудитория, а потом и весь мир стали напевать знакомый мотив, рисуя в голове образ той самой розовой пантеры, известной своими проделками. Так мелодия Генри Манчини стала невероятно популярной, узнаваемой и завоевала 3 премии Грэмми. Генри Манчини, «Розовая пантера».
Колыбель делать так, прошу вместе с нами. Создает свой музыкальный шедевр,
Он и не подозревает, что с этого момента перестает быть обычным автором. Он вдруг превращается в того, кто написал «Лунную сонату», или в того, кто написал «Полет шмеля», или еще хуже, в того, кто написал «Полонез Огинского». Вот так однажды, неожиданно для себя, Арам Хачатурян из обычного композитора превратился в того, кто написал «Танец саблями» и «Лезгинку». Как говорил о себе сам Хачатурян, «Я скорее печальный человек, чем веселый». Но музыка его – это вечный праздник жизни, яркая, энергичная и жизнеутверждающая. С «Лезгинкой» из балета «Гайене» в мировой концертный репертуар впервые вошла музыка Кавказа. Что же касается исполнительских трудностей, о «Лезгинке» говорят, что это второй полет шмеля, только в тысячу раз горячее. Арам Хачатурян, «Лезгинка» из балета «Гайене». Thank you.
вначале был ритм, и это не просто слова. Действительно, древние люди еще до того, как научились говорить, уже умели хлопать в ладоши примерно как вы после прослушивания лезгинки. Они также умели уже стучать одним предметом о другой, как наши замечательные ансамбль ударников. А почему бы Екатерине Рыбальской сегодня из пианистки не превратиться в перкуссионистку, подумали мы? Ведь от таких безудержных ритмов соблазн стать ударником возрастает во 100 крат. Мексиканская народная прозвучит в завершении нашего концерта. Инструмент, кротали называется. Можно? Пожалуйста.
за такой теплый, радушный прием. Спасибо вам большое. Наш концерт действительно подошел к концу. Мы будем очень рады видеть вас на новых концертах цикла «Встречи у рояля» с Екатериной Рыбальской. Я уверена, что концерт ансамбля ударных инструментов не последний, это только начало триумфального пути. И мы будем ждать с нетерпением новой встречи с вами. Спасибо большое. До новых встреч.